Hello everybody, my dear friends. My name is Daria, and in this video I want to share with you one of the most popular movies in December holidays before New Year's Eve. The name of this film is Ирония судьбы или с легким паром. The Irony of Fate or With Light Steam. This is a Soviet romantic comedy directed by Эльдар Рязанов. Эльдар Рязанов was the outstanding person in cinematography of the USSR and in Russia. He was a director and screenwriter. His films are very kind, wisdom and really deep, and he was satirizing the daily life of Soviet Union and Russia. This is a classic of Soviet films. It's like Home Alone in the USA. I also love this film, and in Russia, Home Alone is also a classic movie. When you turn on TV the last day of December, 100% you will find Home Alone, several parts, you will see The Irony of Fate and many others good and very kind movies. And I want to acquaint you with the Russian author Marina Tsvetaeva, the main character from this film. Actually, it is she. She sings this poem playing the guitar. It's a really beautiful song, like a beautiful poem. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. And I want to learn with you by heart, word for word, the only one paragraph of this poem. Please repeat after me. Мне нравится. Мне нравится что? Мне нравится что вы? Мне нравится что вы больны. Мне нравится что вы больны не. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится. Мне нравится, что. Мне нравится, что я. Мне нравится, что я больна. Мне нравится, что я больна не. Мне нравится, что я больна не вами. Мне нравится, что я больна не вами. Что? Что никогда? Что никогда тяжелый? Что никогда тяжелый? Шар. Что никогда тяжелый шар земной? Что никогда тяжелый шар земной? Не уплывет. Не уплывет под. Не уплывет под нашими. Не уплывет под нашими ногами. Не уплывет под нашими ногами. Мне нравится. Мне нравится что? Мне нравится что можно. Мне нравится что можно быть. Мне нравится, что можно быть смешной. Мне нравится, что можно быть смешной. Распущенный. Распущенный и. Распущенный и не. Распущенный и не играть. Распущенный и не играть словами. Распущенный и не играть словами. И не краснеть. И не краснеть удушливой. И не
краснеть удушливой волной. И не краснеть удушливой волной. Удушливый, it's like удушливый. Слегка. Слегка соприкоснувшись. Слегка соприкоснувшись рукавами. Слегка соприкоснувшись рукавами. Слегка соприкоснувшись рукавами. When you touch someone, you касаешься. Касаться. The verb is касаться. 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 This is a light contact. This action, this verb is соприкасаться. Соприкасаться. It's like a light contact. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. That's all for today. You can learn by heart this poem by Marina Tsvetaeva and search this song in the internet. Thank you guys for watching. Happy New Year and Merry Christmas. Bye!